Всем привет! Сегодня мы попали в цех, в котором собирают колесные пары для поездов. Каждая колпара весит около тонны, а 4 таких колесных пары выдерживают грузовой вагон весом 60 тонн. А может ли человек его поднять? Вы бы смогли? Конечно же нет. А мы попробуем и сделаем это руками и головой. Давайте перенесемся на пару тысячелетий назад в Древнюю Грецию и познакомимся с легендарным ученым и инженером. Это Архимед. Именно он заложил основы в механике и создал вот такой несложный механизм при помощи блоков и тросов – полиспаст. Зачем? Для того, чтобы прикладывать как можно меньше усилий, поднимая груз. Полиспаст – это греческое слово, которое дословно переводится как «много тяну». Один подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза. Однако бесконечное количество блоков не позволит сдвинуть с места, например, корабль. Этому будет мешать сила трения, которая снижает КПД полиспаста. Перейдем к эксперименту. Поднять колесо нам поможет Владислав. В этом цехе он работает уже около года и не раз поднимал его с помощью крана. Кстати, такие системы используются в грузовых кранах. А теперь Влад попробует поднять железнодорожное колесо без какой-либо помощи. Инженерный гений Архимеда придумал простой и действенный механизм, который широко применяется и сегодня. С его помощью поднимают грузы на производстве или в строительстве, натягивают силовые кабели, его постоянно используют альпинисты в горах. А инженеры Interpipe NTZ свои знания используют, конечно же, не для того, чтобы поднимать колеса руками, а для того, чтобы такие колеса гарантировали безопасность движения поездов в Украине, Европе и даже в Америке.